Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rus. Всем привет, с вами Александр Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодняшний обзор будет посвящен обновленным гранатам РГС от StrikeArt. РГС от StrikeArt прочно заняли свое место на российском рынке, как, наверное, самые массовые сертифицированные страйкбольные гранаты. Наверное, нет страйкболиста из России, который ни разу не пользовался или хотя бы не видел, как кто-то пользуется РГС. Так как продуктом пользуются много игроков, производители постоянно получают обратную связь и делают доработки. Так случилось и в этот раз. Принцип действия новых гранат остался таким же, как и в предыдущих версиях, про которые мы снимали отдельное видео. Если кто не видел, ссылка в описании. Что же изменилось? Во-первых, теперь каждая граната упакована в отдельный герметичный полиэтиленовый пакет. То есть гранаты на 100% защищены от влаги. Наличие пакета, конечно, увеличивает время подготовки гранаты. Но с другой стороны, если предполагается игра в сухих условиях и вам не требуется защита от влаги, вы можете подготовить гранаты заранее, сняв пакет. Во-вторых, наконец решена проблема случайной инициации гранаты. На более ранних версиях РГС нить инициации свободно болталась или была приклеена небольшой наклейкой. На конце нитки висела металлическая шайбочка. Так вот, случайно зацепиться этой шайбочкой и инициировать гранату было проще простого. Лично у меня был случай, когда случайно инициированной гранатой в сбросе я подорвал 6-7 человек-союзников, себя, командира группы, командира стороны, и это все перед штурмом нашей базы. Бывает всякое. В обновленной версии нитка находится под мембраной, которая исключает возможность случайно зацепить эту самую нить и инициировать гранату. Можно смело напихать много гранат в утилитарные подсумки. Кольцо на нити инициации теперь большое и картонное. Его легко зацепить даже в перчатках. При этом, если правильно инициировать гранату, то время, которое требуется на бросок, увеличивается не сильно. Просто берете гранату, указательным пальцем пробиваете мембрану и достаете кольцо. Примерно вот так. Ну и вы всегда можете заранее пробить мембрану и вытащить кольцо, если вам нужна большая скорость. В общем, теперь есть выбор. Еще, как вы видите сами, изменился дизайн упаковки. Из полезностей теперь тут хорошо виден срок годности и номер партии. И еще одно самое неочевидное обновление. После разбора новых РГС-4 многие думают, что внутри обычный корсар. Оказывается, уже нет. В новых гранатах установлен пироэлемент собственного производства и своя собственная обновленная система инициации. Причем это касается не только РГС, а всей продукции производства StrikeArt. Эти нововведения выгодно отличают новый РГС от подделок на основе китайских петард. По словам производителя, благодаря этому процент несработок доведен до минимума. А вот это мы сейчас и проверим. Благо, ребята из StrikeArt для тестов не пожалели прислать нам целых 100 гранат, чтобы мы их откидали на видео. Мы подумали, что просто аккуратно кинуть 100 гранат на видео будет скучно и непоказательно. Поэтому тестировать я решил гранаты в условиях игры. Задумка такого тестирования заключалась в том, что во время игры не всегда получается выдергивать нить запала идеально. И несработки могут быть по вине самого пользователя. Мое мнение, что узел инициации должен учитывать в том числе и эти ошибки. Так что тест будет жестче, чем планировалось, но показательнее. Чтобы откидать гранаты как можно быстрее, я решил играть только с гранатами. Правда, для этого мне пришлось немного пересмотреть свой комплект снаряжения. Первый сценарий — оборона. Враг должен захватить последовательно 3 флага до того, как у него кончатся жизни. У нас жизни бесконечные, но респ вертолетный раз в минуту полторы. Поехали! We'll be right back.
Зак успел захватить только один флаг из трех и не смог пробиться даже через 1/4 полигона. Я не ожидал, что гренадер с кучей гранат так сильно может изменить баланс игры. Для чистоты эксперимента я перешел на сторону другой команды, и я опять в обороне. В этот раз я умудрился напихать в подсумке 49 гранат. Несмотря на то, что противник был немного сильнее, он все так же не смог захватить больше одного флага и пересечь 1/4 всего полигона. Осталось немного гранат и еще один сценарий. Мы наступаем.
как-то так. Процент сработки составил 94 гранаты из 100, то есть 94%. Разобрав гранаты, мы обнаружили, что только одна из 6 не сработавших гранат была со сгоревшей инициирующей каплей. Что это значит? Это значит, что 5 гранат не сработали по причине того, что нить была вырвана так, что не привела к деформации инициирующей капли. Если начать выдергивать нить под очень острым углом или вообще вбок, инициация может не произойти. Чтобы увеличить процент сработки, рекомендуется выдергивать нить под максимально большим углом. Эти 5 гранат, кстати, можно еще инициировать, если, например, выстрелить из пистолета или привода в область, куда была вырвана нить. Примерно вот так. Проверим сейчас. У нас, правда, так сработали только 4, потому что у одной мы слишком сильно срезали крышку. Если бы не срезали, было бы все 5. Предугадывая ваши опасения, стоит пояснить. Инициирующая капля воспламеняется при локальной деформации. То есть, если ее сковырнуть или раскрошить, она загорится. Если просто ударить гранату, не деформируя каплю, то инициация не произойдет. Для наглядности швырнем гранату об стену. Какие могу сделать выводы? Это одно из самых полезных обновлений РГС. Предохранительная мембрана и инициирующее кольцо сделали гранату удобнее и безопаснее, при этом не сильно увеличив время инициации. Можно, не опасаясь, закидывать кучу гранат в утилитарки и сброс. При этом ценник на гранаты не вырос. Заметно увеличился процент сработки, в нашем случае это 94%. Еще 5% можно инициировать, если инициация нитью не сработала. 1% полной несработки. Ну хотя, если уж совсем хочется, можно старым дедовским способом зажигалкой поджечь фитиль. Ну и конечно, все несработавшие гранаты можно вернуть производителю или в магазин. Поменяют их вам там бесплатно. А еще я был удивлен, как даже неопытный гренадер, типа меня с огромным количеством гранат, может кардинально изменить баланс сил на полигоне. На этом все. Надеюсь, обзор показался для вас полезным и интересным. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии в комментариях. С вами был Александр Евгеньевич. Всем пока!